Приветствую, дорогие мои друзья, давайте посмотрим послание духов, предков вашего рода, что хотят передать, рассказать сегодня, какую информацию, о чем предупредить. Давайте посмотрим. Ищем карту рода. Что здесь? Знаете, как были препятствия у вас были? Крадники у кого-то стояли, святую воду пили. Но как будто бы, может быть, с мужчиной что-то завершилось. Как уход был у кого-то мужчины. Но здесь говорится, что скоро все встанет на свои места. Смотрите. Кольцо, лестница вверх и сердце ваше, здоровое такое сердце. Мужчина как с любовью, с каким-то предложением. Ну вот, что-то проясняться будет. Ну, либо встретите вы мужчину. Ну, здесь однозначно мужчина с любовью идет. Третьи лица. Сила, темница, как... У кого-то сил, может, знаете, как на время как-то потеряли. Но здесь ребенок и звездное небо, исполнение желаний, ваши новые шаги. Шаги вперед. Давайте основное послание. Знаете, как должно быть у вас было по судьбе, вы должны быть очень удачливы, очень успешны и богаты. Но вот словно как-то, знаете, в один прекрасный момент, как будто судьба... Карма, как в паутину какую-то попали. Возможно, какими-то и своими действиями. И как вот сейчас, как кармическая, как отработка идет. Вот если какие-то есть неприятности, возможно, и безденежье. Знаете, это вам все дано было, чтобы получить ключ к своей силе. Смотрите, ключ, медведь и роб. Здесь роз говорит, ты должна пройти была через это все, чтобы получить ключ к своей силе. По-другому вы бы не смогли открыть себе какую-то родовую силу. Смотрите, как сегодня говорят. Благодаря вот этим всем, вот эта паутина, вот это, понимаете, здесь могут быть и враги, и какой-то сложный путь, постоянная какая-то борьба с кем-то. Это кармическая какая-то паутина. Постоянно, может быть, да, в паутине каких-то событий находились. Нехороших. Вам казалось, что ни конца и края этому никогда не настанет. Ключ к своей силе родовой. Вот и все, что вам хотят сказать. Какие-то у вас есть определенные таланты, знания, навыки. Благодаря прохождению вот этой паутины, вот этой вот кармы. Вы бы эту силу никогда бы не получили бы. Возможно, ну неизвестно, чем бы там все закончилось. Но здесь у вас идет ключ к родовой силе. Во-первых, вам дадут силы. Вы почувствуете в себе эту силу. Вы, смотрите, как клевер и безденежье. Интересно. Вот это сегодня расклад. Я же зазевала. Известие какое-то получите. Всадник. Может быть, как мужчина находится в каком-то вот кого-то в безденежье. Ну, не знаю. Вот. Так тоже может быть. Было благополучие, раз что-то у мужчины как-то безденежье. Все-таки посмотрю еще здесь. А знаете, здесь привязки как сделаны. Вот надо очиститься, говорят.
привязки на безденежье у кого-то. Ну, вот вам сообщение. Очиститься от... Кому-то нужно, кто делает чистки, тут очиститься от крадников. Крадники, возможно. Очищение от обманов. И вы очиститесь. Вот вам лилии, мост, черная кошка. Черные дела в тупик зайдут. Что собака? Зеркалить надо. Зеркалиться. Звездное небо, справедливость. Склад, подчинение. Знаете, здесь вам говорят, вам надо сейчас очиститься от каких-то негативных энергий. Вот кому-то предупреждение. Какой-то, знаете, такой сейчас каламбур идет немножечко. Но кому-то очиститься от негатива. И у вас уже есть эта родовая сила, которая вам поможет. Тут и крадники могут быть, и привязочки какие-то, и что-то вот, ну, что-то такое нехорошее. Так, ну-ка, возьму немного тут зеркало, сдержание, время. Вот он, рот выходит. Иллюзии закрываются, какие-то обманы. Уход от жадности, сущность, жадность какая-то, знаете, как сущность, отзеркалить нужно что-то. Пришло, говорят, время. Не зря вы как-то, знаете, в чем-то себе тут и отказывали. Но как обманы как закрываются, жадность какая-то, сущность какая-то. Вот шабуши на подчинение, влюбленные, кольцо, ребенок. Выход из лабиринта, заканчиваются какие-то тяжелые испытания в вашей семье, в вашей паре. Ну вот кому-то прям, слушайте, послание почиститься, почистить, почистить себя, может быть, свое окружение. Кто-то, у кого есть родовая сила, кто такие ведущие, прям ведущий человек, знаниями обладаете. Возможно, сами еще не подозреваете, какая у вас сила. Очень хорошо. Здесь какому-то хитрому человеку, у кого-то мужчине, у кого-то из-за мужчины, какой-то хитрой лисе, за унижение, за разбитое сердце, за обманы бумеранг отправляется. Вот это говорю, что чистки. Вот он опять рот, третий раз. Подарок. Тяжелый нож, бездинежье. Согласно, инициатива, маски. А знаете, какую-то женщину ждет. Для вас это будет как подарок. Безденежье ждет за сглазы, за ее инициативу. Под масками что-то делала плохое вам. Ее ждет безденежье, тяжелая ноша на сердце. Тяжело, тяжело будет. Боролась с вами. Боролась, при том, вот эта борьба, она уходит. Борьба добра и зла. Вы как, знаете, ну, говорю, что на пути встретили зло. Вот они, воительница, защита у вас сильная. И ключик. Ключик вам дать. Решите вы все свои проблемы. У каждого они свои. Здесь третий раз карта рода выходит. Вот такой был расклад. Всего вам доброго. До следующих видео. Такое было послание на чистки. Обратите внимание. Всего вам доброго.